Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Я начинаю такую новую рубрику, в которой я буду рассказывать, вот по мере чтения четырехтомника целительных сил, приводить из него примеры. Примеры, можно так сказать, альтернативного лечения с помощью методов натуропатии, народной медицины, которые показали себя весьма эффективными. Однако, Прежде чем что-то начинать делать, я подчеркиваю, сначала изучите этот материал целительной силы, чтобы вам все стало понятно, как работает, а потом только сможете немножечко попробовать. При этом важно ответственность за все действия брать на себя. Еще разок, не уверен, не обгоняй. Прочитали, посмотрели, ага, так, 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 хорошо. Ну и ладно. А если же решили, надо себя образовать. Дело в том, что такого рода знаний, как я в этих книгах преподнес читателям, нигде нету. Поэтому их надо изучить в первую очередь. А потом что-то потихонечку пробовать. И обязательно брать ответственность на самого себя. Либо вообще не делайте. Ясно? Понятно? Но теперь вперед! В течение всего этого промежутка времени вы пьете и приготавливаете пищу на противой лучше дистиллированной воде, которую перед непосредственным употреблением можно дополнительно омагнитить, пропуская через бытовой магнитотрон. Противая вода приготовляется так: обычную кастрюлю с водой ставят в морозилку холодильника, а зимой на балкон. Через 4-5 часов достаточно.